Среди крупнейших городов Европы Ленинград один из самых молодых. Ему нет еще и 3 столетий. Город на Неве – это не только великолепная архитектура, проспекты, площади, дома. Это люди, давно ушедшие и ныне живущие в нем. Это события, рассказывающие о героической борьбе рабочего класса. Царская Россия. Май 1913 года. Пышными торжествами по случаю 300-летия правления царей Романовых самодержавие рассчитывало укрепить веру в незыблемость существующих порядков в России. Но в роскоши и богатстве жили лишь помещики и фабриканты. Труженики страдали от бесправия, голода и непосильной работы. Рабочий день продолжался 12-14 часов в сутки. Крестьян нещадно эксплуатировалась сельская буржуазия. Летом 1914 года Россия была втянута в Первую мировую войну. Убитые и раненые. Толпы беженцев. Разруха и голод. 4 года продолжалась война. Наступил 1917 год. Под влиянием большевиков участились стачки и забастовки. Всеобщая политическая стачка в столице переросла в вооруженное восстание. Солдаты гарнизона присоединились к рабочим. Николай II стал последним русским царем. Петроград праздновал победу. Рухнула империя, и вместе с ней ее символ – двуглавый орел. Рабочие и солдаты овладели городом, освобождали из тюрем политических заключенных. Народ заполнил Невский проспект. Большевистская партия вышла из подполья, и вскоре снова стала издаваться газета «Правда». По всей стране создаются советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Февральская революция застала вождя большевиков Ульянова Ленина в эмиграции в Швейцарии. После 10-летнего изгнания Ленин возвращается в Петроград. На финляндском вокзале рабочие, солдаты и матросы устроили торжественную встречу своему вождю. Ленин обратился с горячим призывом бороться за социалистическую революцию, за власть Советов. После речей и приветствий Владимир Ильич приехал к сестре Анне Ильиничне на улицу Широкую. В этой квартире жила Мария Александровна, мать Ленина. Не дождалась она сына. На следующий день после возвращения в Петроград Владимир Ильич пришел на Волково кладбище к могиле Марии Александровны. Сколько пришлось пережить матери. Всех детей ее ждали аресты, тюрьмы, поселения под надзором полиции. Александра Ульянова за покушение на императора, виселица Шлиссельбургской крепости. Владимира Ульянова Ленина за политическую деятельность против существующего строя, год одиночной камеры, 3 года сибирской ссылки, 15 лет эмиграции. Много раз вскроется лед на Неве. Владимиру Ильичу будет уже 47 лет, когда он после скитания на чужбине 3 апреля 17 года вернется домой. Ленин выступит в Таврическом дворце на собрании большевиков. Он скажет, что революция не окончилась. Надо довести ее до конца. Никакой поддержки временному правительству. Это правительство капиталистов. Когда министры говорят, что они не хотят завоеваний, они обманщики. Чтобы вырваться из этой ужасной войны, есть только один путь. Переход всей государственной власти в руки Советов. Своеобразие момента в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Ленин считал, что при существующем двоевластии в России вожди Советов, лидеры партии меньшевиков и эсеров, стоят на пути поддержки буржуазного временного правительства. Ленин повторит свое выступление в Петроградском совете в присутствии и меньшевиков. Свистом и истерикой обрушатся они на Ленина.
в редакциях буржуазных газет начнется травля Ленина. Он призывает кончать войну, да к тому же приехал в Россию через Германию. Значит, немецкий шпион. Вернуть Ленина Вильгельму. На улице и площади выходят сторонники войны с плакатами «Войну до победы». Теперь мы знаем, все произошло так, как предвидел Ленин. Весной 17-го он говорил: «В большинстве советов рабочих депутатов наша партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве. Но массы станут переходить на сторону большевиков, когда буржуазное временное правительство себя покажет». И ждать пришлось недолго. 1 мая, когда народ впервые открыто праздновал День международной пролетарской солидарности, министр иностранных дел временного правительства Милюков в ноте союзным державам сообщил о стремлении довести мировую войну до решительной победы. На заводах и в казармах возникали стихийные митинги. Под лозунгом «Долой войну!» солдаты и рабочие открыто выступили против политики временного правительства. В эти дни Петроградский совет имел полную возможность мирным путем взять власть в свои руки. Но меньшевики и эсеры не пошли на это. Оживленный перекресток в Ленинграде. Это бывший особняк балерины Кшесинской. Теперь здесь музей Октябрьской революции. А с февраля 17-го в нем размещались Центральный и городской комитеты партии большевиков. В этой комнате работал Владимир Ильич. Писал статьи для «Правды», был ее главным редактором. Не раз выступал с балкона перед рабочими, солдатами, матросами. Нет фотографии Ленина весны этого года, но есть рисунок. Его сделал солдат-художник Берингов и подписал 1917 год дворец Кшесинской. Ленин говорил, чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать большинство на свою сторону. Иного нет пути к власти. И с этим призывом он выступает на апрельской конференции большевиков. Заключительное заседание проходило здесь, в мраморном зале особняка. Среди участников апрельской конференции большевики-ленинцы, недавно вернувшиеся из тюрем, ссылок, эмиграции. Чтобы привлечь на свою сторону советы рабочих и солдатских депутатов, большевики постоянно выступают на митингах. Кировский завод в Ленинграде, бывший Путиловский завод. Здесь 12 мая 1917 года около прокатного цеха на многотысячном митинге выступил Владимир Ильич Ленин. Он разъяснял рабочим, что только советы смогут прекратить империалистическую бойню, дать народу мир, хлеб, работу, подлинную свободу. В здании первого кадетского корпуса в июне собрался первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. На утверждение меньшевика Церетели, что в России нет партии, которая согласилась бы сейчас взять власть в свои руки, Ленин заявил: «Есть такая партия. Наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком». На Россию надвигается призрак ужасного краха, хозяйственной разрухи. Временное правительство снова показало свою антинародную сущность. Продолжается война. Формируются все новые и новые войсковые части. Армия обманута. Она идет в бой не во имя скорейшего мира, а за интересы империалистов. Июньское наступление на фронте. И снова провал. Новые жертвы. Результат политики временного правительства продолжать войну. 18 июня в Петрограде состоялась полумиллионная демонстрация трудящихся. Над морем людских голов реяли лозунги: «Долой войну! Долой 10 министров-капиталистов! Вся власть советам!» Массы настойчиво требовали мира. «Да погибнет буржуазия от наших пулеметов!» провозгласили 3 июля солдаты 1-го пулеметного полка. Рабочие и солдаты призывали советы взять власть в свои руки. Большевики предупреждали: выступление сейчас преждевременно.
Меньшевики и эсеры не поддержат требования масс. А временное правительство только и ждет повода, чтобы расправиться с революцией. Но остановить стихийный взрыв возмущения было уже невозможно. Временное правительство с одобрения эсера меньшевистского совета перешло в наступление. Открыло огонь по демонстрантам. Фотолетопись событий 1917 года сохранила потрясающий документ эпохи. Расстрел 4 июля войсками временного правительства мирной демонстрации. Кончилось двоевластие. Контрреволюция фактически взяла власть в свои руки. Надежды на мирное развитие революции исчезли окончательно. На Дворцовой площади был разоружен первый пулеметный полк. Погромщики совершили налет на штаб большевиков в особняке Кшесинской, сожгли знамена Центрального и городского комитетов партии, уничтожили все, что было. На улицах Петрограда контрреволюционные отряды ищут Ленина. В квартире на Широкой проводят обыск. Ленина там не оказалось. Машина с юнкерами спешит на мойку, в редакцию газеты «Правда». К счастью, за несколько минут до этого Ленин покинул редакцию. Временное правительство решило навсегда покончить с большевиками. Было опубликовано постановление об аресте Ленина и других большевиков. В прокуратуре Петроградской судебной палаты уже заведено дело на Владимира Ильича. Дом на 10-й Рождественской улице. Квартира рабочего большевика Аллилуева. Это одно из мест, где скрывался Ленин. Не думая о собственной безопасности, он писал статьи в газеты, разоблачал гнусную клевету на партию большевиков. Центральный комитет принимает решение перевести Владимира Ильича в более безопасное убежище под Петроград к рабочему Сестрорецкого завода Емельянову. Сбрив усы и бородку в старом пальто, Ленин отправился на Приморский вокзал, чтобы поспеть к последнему дачному поезду. Петроград, Невский проспект, июль 17-го. Редакция газет «Новое время», «Вечернее время». 200 тысяч золотом тому, кто выдаст Ленина. Ленин скрылся за границей, уплыл на подводной лодке или улетел на аэроплане. Всем комиссарам города предписывается немедленный арест Ульянова Ленина. По следам Ленина пущена знаменитая собака-ищейка Трев. 500 офицеров ударного батальона поклялись или найти Ленина, или умереть. Парики будут продаваться только по удостоверениям личности. Рабочий Сестрорецкого завода Константин Петрович Иванов. Пока сыщики и собака были заняты поисками Ленина, он у озера Разлив в шалаше начал работать над книгой «Государство и революция». Емельянов вспоминал: подлинным штабом революции стал скромный шалаш. Сюда приезжали Дзержинский, Сталин, Свердлов, Орджоникидзе. Из своего весьма неудобного убежища Ленин руководил 6-м съездом партии, который проходил полулегально в Петрограде. Съезд партии принял решение готовить вооруженное восстание, революционному пролетариату и беднейшему крестьянству брать власть в свои руки. Дело шло к осени, зарядили дожди, да и рискованно было оставаться в шалаше, кругом рыскали сыщики. Принято решение перевести Ленина в Финляндию, в более отдаленное и безопасное место. Машинист Гуго Ялова принял к себе на паровоз номер 293 Ленина под видом кочегара. Владимир Ильич сразу же начал укладывать в топку дрова. Вскоре они оказались по ту сторону границы, в Финляндии. В Финляндии Ленина поселили в семье крестьянина-финна Парвиайнена на окраине глухой деревни Ялкала. Даже в те тревожные дни разгула контрреволюции Владимир Ильич был полностью уверен в ближайшей победе пролетарской революции. Он считал, что вопрос об отношении социалистической революции пролетариата к государству имеет самое злободневное значение. И поэтому он принялся работать над книгой «Государство и революция», которая разъяснял массам, что они будут делать в ближайшем будущем при победе социалистической революции. Ялкала была кратковременным пристанищем Ленина.
Вскоре Владимир Ильич уходит из Ялкалы и перебирается в столицу Финляндии Гельсингфорс. Здесь он живет на пятом этаже большого дома на Хагнесской площади у социал-демократа Густава Ровио. Хозяин квартиры был начальником городской полиции. С точки зрения конспирации и охраны Ленина, лучшего убежища и придумать нельзя. Ровио ежедневно ходил на вокзал, покупал все петроградские газеты и через преданного почтальона Кесси Ахмала отправлял ленинские статьи в Питер. Он же регулярно привозил в Гельсингфорс почту из ЦК для Ленина. Очень немногие знали, где находится Ильич. Но его статьи в газетах «Пролетарий» и «Рабочий» читала вся партия. С величайшей гордостью писал Ленин тогда о партии большевиков. «Ей мы верим, в ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи». В Гельсингфорсе Ленин для конспирации вынужден был менять квартиры. Жил он и у финского рабочего машиниста Артура Блумквиста. Здесь же он узнает, сторонник монархии генерал Корнилов направил с фронта войска на Петроград с целью полностью разгромить Советы. Нависшая над революцией опасность всколыхнула народные массы. Партия большевиков призвала рабочих и солдат защитить революцию, подавить корниловский мятеж. Контрреволюционный заговор ликвидирован. Корниловцы разоружены. Петроградские и московские советы перешли на сторону большевиков. Ленин немедленно перебирается в Выборг, чтобы быть поближе к Петрограду. Живет он на квартире сотрудника выборгской газеты «Труд» Юки Латуки. Связь с Центральным комитетом партии действовала безотказно и четко. Сентябрь принес величайший перелом в русской революции. Каждая написанная здесь Лениным статья дышала уверенностью в скорой победе пролетарской революции. История не простит нам, если мы не возьмем власть теперь. Ленин рвется в Петроград. 3 октября Центральный комитет выносит решение предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тесная связь. Свое последнее подполье Владимир Ильич проводит в Петрограде в квартире большевички Фофановой. Разведка Временного правительства с новой силой принялась за поиски Ленина. Всякий раз, покидая квартиру, Владимир Ильич рисковал жизнью. Петроград, набережная реки Карповки, 10 октября. На второй день после трехмесячного подполья Ленин впервые принял участие в заседании Центрального комитета партии. Внешность у Ильича та же, что он сохранял для конспирации. Поздним вечером большинством голосов было принято решение. Признавая, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим. Для политического руководства восстанием было создано политбюро ЦК во главе с Лениным. Подготовка к вооруженному восстанию идет во всех районах города. Петроградские рабочие красногвардейцы были вооружены и ждали призыва начать восстание. Целые полки солдат переходили на сторону большевиков и военно-революционного комитета. 16 октября на Болотной улице в Лесновско-Удельнинской думе состоялось расширенное заседание ЦК. Ленин заявил: «Мы имеем перевес над неприятелем. Именно теперь особенные шансы удержать власть». Его поддержали Калинин, Скрипник, Шмидт, Крыленко и другие члены ЦК. Избран военно-революционный центр для руководства восстанием. Бубнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, Урицкий. Стараясь опередить выступление революционных сил, Временное правительство отдало приказ развести мосты на Неве. Готовилось и к нападению на Смольный, штаб революционного восстания. В квартиру на Выборгской стороне Ленину доставили карту Петрограда. И он не расставался с ней. Готовил план вооруженного наступления. Вечером 24 октября он пишет письмо в Центральный комитет.
Положение да нельзя критическое. Яснее ясного, что теперь уже поистине промедление в восстании смерти подобно. И той же ночью Ленин уходит в Смольный. Он торопил, звал в бой, пока Временное правительство не стянуло свои войска. Именно этим он избавил революцию от, казалось бы, неминуемых жертв. В Смольном Ленин сразу же стал во главе вооруженных сил. Необычно выглядел Владимир Ильич, без парика, гладко выбритый. Это рисунок-документ, его сделал углем в ту историческую ночь художник Шафран. Готовы к революционному штурму 40 тысяч бойцов Красной гвардии, 150 тысяч революционных солдат, 80 тысяч моряков-балтийцев. Телеграф Смольного сообщает, по распоряжению большевистского комитета Балтийского флота на рассвете из Гельсингфорса выйдут миноносцы и отряды моряков. Центральный комитет партии на первом этаже Смольного, военно-революционный комитет на третьем. Во главе отрядов идут члены военно-революционного комитета. Подвойский, Антонов-Овсеенко, Невский, Чудновский, Механошин. Прошла ночь с 24 на 25 октября, и пролетарская революция свершилась. Вспоминает американский журналист, свидетель октябрьских событий Альберт Рис Вильямс. Революция не могла бы произойти с такой обманчивой обыденностью, если бы ей не предшествовала колоссальная подготовительная работа. Это была на редкость бескровная победа пролетарской революции. Мощь восстания и решительность наступления поражают и сегодня, когда идешь в Ленинграде по местам той исторической ночи. К утру весь город, кроме Зимнего дворца, был в руках вооруженного пролетариата и революционных войск. Боевой отряд красногвардейцев занимает почтамт и центральный телеграф. Солдаты Измайловского полка захватили Балтийский вокзал, саперного полка – Николаевский. Солдаты Кексгольмского полка заняли последний узел связи – телефонную станцию. Телефонистки разбежались. За пульт коммутатора сели солдаты-телефонисты. Революционный крейсер «Аврора» причалил у Николаевского моста. Матросы-авроровцы сразу же свели мост. Из Гельсингфорса эшелоны с революционными солдатами мчатся на помощь петроградскому пролетариату. На рассвете был сведен и Дворцовый мост. Открылся путь в резиденцию Временного правительства. Телеграмма из Зимнего дворца главнокомандующему Северным фронтом. Положение в Петрограде угрожающее. Идет планомерный захват учреждений, вокзалов. Временное правительство подвергнуто опасности потерять полностью власть. А Керенского в Зимнем уже нет. Утром 25 октября глава Временного правительства бежал из восставшего города на машине американского посла. И в тот же утренний час Ленин пишет обращение к гражданам России. Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Советов. Революция победила. Но министры Временного правительства все еще находятся в Зимнем дворце. Юнкера строят баррикады. Солдаты Петропавловской крепости направили орудие на дворец. А министры все еще заседают в Малахитовом зале. Получив ультиматум из Смольного, отклоняют его. Окна зала выходят на Петропавловку. Это опасно. Перебираются в белую столовую. И шлют телеграмму в Ставку. Петроградский совет потребовал передачу власти угрозой бомбардировки Зимнего пушками Петропавловской крепости и крейсера «Аврора». Ускорьте присылку войск. Штурм Зимнего задержался. Ленин торопит. Немедленное взятие дворца избавит от жертв. Спасет Зимний от разрушений. В 21 час 40 минут раздался холостой выстрел с крейсера «Аврора». На Дворцовой площади свыше 10 тысяч человек. К часу ночи в Зимнем осталось не более 500 человек охраны. Антонов-Овсеенко и Чудновский стремительным броском повели красногвардейцев, солдат и матросов на штурм. Оставшиеся во дворце юнкера
бессильны оказать сопротивление мощному наступлению вооруженных сил революции. В 2 часа 10 минут штурмующие ворвались в белую столовую. Зимний взят в ночь с 25 на 26 октября. Я уверен, что когда-нибудь Смольный будет считаться храмом нашего духа, и с благоговением войдут в него наши потомки. Так писал Луначарский, первый народный комиссар просвещения Советской России. Здесь был штаб революции. В актовом зале в первые дни октября работал второй Всероссийский съезд Советов, который принял первые декреты советской власти. Декрет о мире объявил империалистическую войну величайшим преступлением перед человечеством. Декрет о земле отменил частную собственность на землю. Земля провозглашалась всенародным достоянием. Съезд сформировал рабоче-крестьянское правительство, Совет народных комиссаров, председатель Владимир Ульянов Ленин. Комната номер 67 в Смольном. Рабочий кабинет Ленина. На дверях так и осталась с прежних времен табличка «Классная дама». В проходной комнате стол управляющего делами совнаркома Понч-Бруевича. А здесь работал секретарь совнаркома Горбунов. В кабинете Владимира Ильича сразу же появились военные карты. С первых дней молодой республике пришлось защищаться. Бежавший из столицы Керенский собрал часть войск конного корпуса генерала Краснова и направил их на Петроград. Им удалось захватить Гатчину, пригород Красного Питера. Большевики призвали петроградских рабочих и солдат гарнизона, не теряя ни одного часа, ни одной минуты, организоваться и подавить мятежников. 30 октября революционные части разбили отряды Краснова. Антисоветский мятеж был подавлен. Авантюра Керенского ликвидирована. Революция торжествует. Власть в руках трудящихся. Во всех промышленных, торговых, банковых и сельскохозяйственных предприятиях введен рабочий контроль. Крестьянам теперь принадлежит земля. От имени Совета народных комиссаров Ленин обратился по радио к солдатам и матросам с призывом выбирать уполномоченных, вступать в переговоры с неприятелем, кончать войну. Победив в Петрограде, советская власть начала триумфальное шествие по всей стране. Трудящиеся России на собственном опыте убедились в правильности политики Ленинской партии большевиков. Социалистическая революция в России открыла новую эру в истории человечества. И хотя впереди были годы иностранной интервенции, гражданской войны, Ленин, определяя международное значение Октябрьской революции, смог заявить: «Лед сломан, путь открыт, дорога показана».